Всем привет! С вами канал AlexPro, игра Звездные войны Галактика Героев. В этом выпуске я расскажу вам все про модули, а именно о том, как, за что и где их можно получить, какие основные и дополнительные параметры у них могут быть, и как подобрать модули с желаемыми параметрами, например, все на скорость. Итак, собственно, начнем с места, где их можно получить. Их можно приобрести в поставках. Заходим в кристалл, еженедельная партия. И здесь иногда выпадают модули, но, собственно, их бывает здесь очень мало. И цена, как вы видите, 5 миллионов за один модуль. В принципе, модуль хорош. То есть он сразу дает параметр плюс 4 к скорости. На максимальном прокаче будет плюс 30. Также есть отдельный магазин модулей. Вот так он и называется, магазин модулей. Здесь различные модули. То есть они обновляются и можно приобрести. Но опять же, цена модуля от 1 миллиона за 4 точки и уже растет, в принципе, до 5 миллионов, наверное, тоже можно подобрать. Но основную часть модулей можно получить в битве за модули и испытания за модули. Причем вот испытания за модули открываются по мере прохождения битвы за модули. Проходите битву за модули, к примеру, там вот модули за здоровье. И у вас затем открывается испытание. Испытание состоит из трех этапов. То есть проходите каждый этап, и модули более мощные начинают выпадать. В конце 5 звезд. Вот хотя написано 5 звезд и более, но это именно вот требования для персонажей. А модули здоровья МК-5 выпадают. Но иногда, допустим, выпадает и МК-4, также вот в этой серии. Но сейчас я выбиваю модули скорости, вот, к примеру, участвовать, купончики. И вперед смотрим, что нам тут выпадает. Так, выпало 4 модуля. 3 простых и 1 зелененький. Собственно, по их классности, то есть цвету. Зеленый, синий, фиолетовый, желтый. Это 4 класса. Каждый из цветов добавляет соответствующее количество дополнительных характеристик. Вот. Допустим, здесь добавлено плюс 361 к здоровью. Вот. Затем, если бы был синий, было бы уже две строчки, или одна строчка, состоящая вот из двоечки. То есть, стояла бы двоечка в скобочках, и получается, было бы, наверное, где-то в районе 800 здоровья. 750, 700, вот так вот. Эти модули можно улучшать за определенные ресурсы и улучшать сам уровень модулей. Ну, давайте перейдем к модулям и посмотрим, что же, как идет. Кстати, модули еще можно получить за события. Вот в событиях иногда бывают различные там задания, можно получить модули. Ну, как правило, там в районе пятиточечных, то есть МК-5. Вот, и, как правило, синие. Итак, вот давайте зайдем в управление. Кстати, модули чем еще хороши? Тем, что когда заканчивается, допустим, кредит, да, можно продать модули. Нажимаем. Там выбрать все, к примеру. Вот, и продать. Вот, 4 миллиона, да. Но мы сейчас, конечно, продавать их не будем. Можно отсортировать, как бы, и продать те, которые не нужны. Собственно, очистить их нужно, потому как склад не бесконечный, то есть они забиваются, потом все равно их нужно продавать. Итак, что касается самих модулей. Вот есть 6 типов модулей, и у каждого есть свой основной параметр. То есть не бонус за набор именно, а основной параметр. Вот, к примеру, основные характеристики. Плюс 5-88% к атаке. Каждый модуль имеет разное количество вот этих вот характеристик. Ну, к примеру, квадрат, он имеет только одну характеристику — атака. Вот, то есть на всех различных, если вот посмотреть, проклацать, да, там будет, везде будет только атака. Вот, стрелка. Стрелка — самый такой интересный модуль в плане скорости. То есть сам по себе он уже может добавлять скорость. Среди основных характеристик, такие как атака, защита, скорость, точность, избегание критического удара, оборона и даже здоровье. Но настоятельно рекомендую всем ставить скорость, потому как скорость — это скорость заполнения шкалы хода.
чем чаще будет ходить персонаж, тем больше он нанесет урона, соответственно, больше принесет в команду очков для победы, так скажем. Ну и плюс раньше походит. А раньше походит, сможет наложить отрицательный эффект, к примеру. Итак, ромб. Ромб здесь только оборона. То есть никаких других вариантов. Далее. Треугольник. Шанс критического удара, защита, здоровье, критический удар в процентах, атака и оборона. Круг — это у нас идет защита и здоровье. Ну и крест — тоже интересный такой модуль. Стойкость, здоровье, эффективность, атака, оборона и защита. Но в принципе из этих параметров стоит выделить два основные. Это вот стойкость и эффективность. Ну, причем, к примеру, на ситхов, да, там желательно ставить эффективность, потому как у них основная фишка идет — это наложение отрицательных эффектов. У джедаев же, к примеру, больше накладываются положительные эффекты, и желательно, чтобы не накладывались отрицательные. Вот. Ну, собственно, им, конечно, было бы неплохо ставить стойкость. Но что касается выбора вот этих вот основных характеристик, кому какие ставить. Ну, к примеру, возьмем такую команду, как Фениксы, да. То есть там желательно вообще ставить все на защиту. Ну, или если вы качаете ситхов под предводительством Нихилуса. То есть он тоже переводит всю защиту в здоровье. Поэтому нет смысла ставить модули, которые идут на здоровье. Ну, давайте, к примеру, возьмем круг, да, посмотрим. Здоровье у нас здесь 5,88. Вот так, давайте найдем защиту и здоровье. Вот здоровье 0,63, защита 2,5%. То есть, конечно же, выгоднее ставить именно модули с защитой, потому как они потом будут добавлять при полном прокаче не 5,88, да, а 25, к примеру, там, процентов защиты. Так, теперь что касается основных и дополнительных параметров. То есть, и помимо основного параметра, есть еще и дополнительные характеристики, но они, эти дополнительные характеристики, выпадают случайным образом. То есть мы на них никак не можем повлиять при выпадении. Но, тем не менее, когда выпадает, допустим, модуль, ну, желтый, скажем так, то есть тут сразу понятно, какие у него будут характеристики. Ну, в плане, здесь вот шанс, крит, здоровье, скорость, оборона. Ну, как правило, 4 уже заняты строчки. Вот. Ну, или там, как я уже говорил, допустим, может быть вариант, когда занято... Ну, сейчас такого, да, у меня, в принципе, не попадается. Вот, занята, допустим, одна строчка, но там, допустим, двоечка будет. Так. Здесь с этим понятно. Ну, как, к примеру, подобрать нужный нам параметр? Ведь такие модули желтые, да, там, или фиолетовые выпадают нечасто. А нам необходимо знать, качать модуль или не качать. Потому как прокачка такого модуля стоит 250 тысяч кредитов. По сути, один набор — полторы ляма. Поэтому необходимо как-то определиться, чтобы сильно не расходовать денежку. Ну, к примеру, я предлагаю вот как сделать. То есть, если мы, к примеру, ищем скорость, да, нажимаем фильтр, и здесь уже выбираем, какие модули нам нужны. Ну, в данном случае будем просто ставить любая основная характеристика. Так. И дополнительная характеристика. То есть, основная скорость может быть только у стрелки, поэтому мы пока не будем ставить. А вот дополнительные характеристики, давайте посмотрим. Есть. К примеру, я выбираю вот такой вот модуль, квадрат. И мне сразу же выпадают дополнительные характеристики со скоростью. Так, есть. Вот смотрите, скорость, дополнительная характеристика. Здесь есть, выпадает, выпадает. А здесь, к примеру, нет, да? А мне нужен модуль, который добавлял бы скорость. Поэтому фильтр, стандарт. И берем любой модуль. Вот прям вот, ну, любой берем. Ну, к примеру, вот такой. И начинаем его улучшать. То есть на максимум не прокачиваем. Вот дополнительные характеристики открываются у него. Ну, по-разному. Иногда вот, допустим, в 7 уровне уже открыты все 4. Иногда нужно до 11, до 12 даже докачать. Защита. Так, понятно. У этого модуля такой характеристики нет. Вот с белыми самое интересное, потому как... там вообще пустой лист, по сути. Вот, улучшаем. И смотрим, чего ж там выпадет-то. Да, можно сразу качнуть, там, допустим, до десяточки, да, там 40 тысяч потратить.
Вот, не открылся. Еще разочек. Не хочет открываться прям никакую. Стойкость. И вот так вот каждый модуль прокачиваем по чуть-чуть, ну, чтобы много не расходовать здоровье. Теперь, что касается подборок для самих этих вот модулей. Какие лучше выбрать? То есть, в данном случае, если вы нажмете, опять же, сейчас загрузочка подойдет, вот управление, и если выбрать управление не расширенный, а обычный вариант. Рекомендуемые наборы. Здоровье и скорость. Вот. Здесь такой вот рекомендуемый набор. Здесь критический урон, шанс критического удара. Здесь критический урон, шанс критического удара. И вот заходим, к примеру, в модули. У меня сейчас здесь стоят модули на здоровье. Я, в принципе, их одни из первых просто выкачивал, поэтому были свободные. Поставил на Боба Фетта. И шанс критического удара. Значит, у меня здесь стоит модуль критический урон, именно сборка. А вот там, где здоровье, идет шанс критического удара на ром. Поэтому если вы... Ой, на треугольник, простите. Поэтому если вы качаете какую-нибудь из вот таких вот сборок на критический урон или на шанс, попытайтесь собрать, чтобы у вас треугольник давал, к примеру, этот же параметр. Чтобы усилить эффект. Так, есть. Что касается еще вот обороны и жизни. Ну вот, к примеру, есть у меня персонаж Кайло Рен без маски. Опять же зайдем. Вот рекомендуемые наборы модулей оборона. Ну, собственно, собирал я полностью все на оборону, ставил там, да, там мощно прям все добавляло оборону. Но, тем не менее, как бы он становился не такой, как бы это сказать, прокачанный, как вот с модулями на здоровье. Потому как у него основная особенность этого персонажа, что он восстанавливает здоровье, получая урон. Давайте зайдем, посмотрим. Шрамы. Восстанавливает 8% здоровья. Вот так вот. То есть, чем больше здоровья, тем больше он будет восстанавливать. И вот я поставил все, значит, модули на оборону. Вот. И восстанавливал он у меня 2500. А урон снизился, ну, к примеру, на треть. Ну, даже не на треть, я даже сказал. Там, получается, наносили мне 4000, а он восстанавливает... Там 2,5. То есть, как бы, ну, не то. Вот, поставил модули, которые добавляют здоровье. Наносят там 4,5, а восстанавливают 3,5. То есть, в принципе, я остановился именно модули, которые добавляют здоровье все-таки здесь. Так, теперь по улучшениям. Так, улучшения модулей. Когда у вас накопится определенное количество материала для улучшений, модули, которые можно улучшить, будут подсвечены красными точками. Ну, к примеру, зайдем вот в такой вот модуль. Так, основной, расширенный режим. Нарастить. Вот такая вот функция появляется. И становится у нас модуль шеститочечный, то есть МК-6, категории D. Вот. То есть если вот эти вот еще фиолетовые... модули где-то можно найти материалы, что такой вот материал можно найти только в серьезных событиях, вот, или мега наборы различных там трофеев, как вот здесь вот есть, то есть, собственно, покупать необходимо, или в качестве достижений, то есть где какие достижения там толком не указано, вот какие-то здесь типа достижения есть и возможно когда-то дадутся. То есть, по сути, МК-6 это что-то такое уже космическое. Но к этому необходимо стремиться. Так, ну что ж, друзья, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых видео.